билеты, все. Говори. Все, говорите. Ну, я для себя очень много решений приняла на сегодняшний день. И знаю, что буду планировать свою деятельность. До сих пор я этого не делала. Сделала очень много интересных заметок о дневнике успеха и еще каком-то дневнике слышала. Много интересных книг, писателей и фильмов. Я все это точно просмотрю и прочитаю. Буду, конечно, в первую очередь задействовать своего мужа во всю эту деятельность, потому что я не хочу одна идти. И самое главное, что он меня поддерживает и за. Тоже для себя принял такое решение. Поэтому при помощи Марии Дмитриевны будем здесь планировать. И я очень рада, что сейчас у меня будет отпуск скоро. И поэтому в этот отпуск я не буду, как я думала, сидеть дома и отдыхать, а буду выкладываться в Oriflame. Это 100%. Отлично, хорошо. Поаплодируем. Светлана, то есть у вас была, значит, вы хотели что-то изменить, то есть как-то продвинуться, и вот достиглись вот эти цели в рамках этого тренинга, то есть изменения произошли, вот, какие вы сделали выводы в рамках этих двух дней? Ну, изменения, конечно, произошли, потому что уже видно, участвуя в игре, видно, что как бы работая с людьми, начинаешь зарабатывать, начинаешь ощущать что-то. Не могу я говорить на вот эту штуку. Не могу. Когда я знаю, что меня записывают, я ничего не могу сказать. Мне уже мысли все улетели. Но мне все понравилось и все. Ну все, ага. И, короче, мне очень все помогло. Mm-hmm. Как еще сказать? Картина новая. Да, картина. Вот, смотрите, она 2003 года, да? Нет, пятого. Пятого. Ну, только мелкие такие шажки, да, для себя. Для себя. Мне кажется, вы помогаете. У тебя открылась новая картина. Новая открылась. Она была открыта. Но вот сейчас уже здесь. Открылось все. Хорошо. Давайте поаплодируем Светлане. Ольга, значит, говорили вчера перед началом, что нехватка командного духа основное было. Это вот основное, что хотелось получить, мотивацию. И вот, вопрос. Решилась в рамках этого тренинга? Ну, на все 200%. Что я наблюдала? Вот я думаю, что вот вчера мы даже после на перерыв вышли, потом с Лизой мне говорит, Оля, я поняла, вот ты как хотела, что ты имела в виду, командного духа. Я наблюдала за всеми, и это у каждого из всех, у всех произошло. Я чего хотела? У каждого, я желала всем, у каждого, чтобы был рост. Но еще я получила эту мотивацию. Дальше, что я получила? Большую мотивацию я поняла, что я могу тоже сама, одна, тоже организовать своей команде работу и работать со своей командой. Что мне появилось, что у нас будет одна работа, это колхоз, а вторая работа, это то, что я получила уверенность, и что я могу это делать и со своей командой. Вот я на все 200%, чего я хотела получить, я получила. От этого тренинга? От этого тренинга. Аплодисменты, Оля. Маша, у тебя была, Маша, у тебя была задача что-то новое узнать. Вот в рамках этих двух тренингов игрового тренинга получила то, что ты хотела? Да, что-то новое узнала? Что ты новое узнала и как ты это будешь применять? Ну, я удовлетворила свой интерес и хочу постараться влиться в эту работу и постараться не совершить тех ошибок, которые совершала в игре. Угу. Аплодисменты. Отлично. Анатолий Дмитриевич, значит, захотелось, ну, вчера говорил о том, что нужны были какие-то
новые методы, развить какие-то старые. Вот. И получилось как-то в рамках этой игры получить, осуществить эту, как бы, во всяком случае, эту цель. Что-то новое взял для себя, какие-то методы, может быть, новые, что-то еще. В принципе, то же самое, что и мы и так знаем. Вот основа. В принципе, как вот в игре написано, то же самое делать и в реале. Вот. Просто не сходить за полпути. Угу. И собраться. Система. Да. Главное, система. Система. Как на железной дороге. Есть пассажиры, нету пассажиров. Поезд пришел, на станции остановился. Зашли, не зашли. Мое дело остановиться, поехать дальше. Сегодня нету, завтра будут. Угу. Завтра не будут, послезавтра будут. Стремиться к цели. И идет каждый день, идет от станции до станции, от станции до станции, до станции, туда-обратно, туда-обратно, туда. То есть у него расписание есть, он работает. Худо-бедно, железная дорога без зарплаты не остается. Угу. График активности. Да, график работы, график активности. Сегодня нету, потому что суббота, воскресенье, бабах, полные вагоны, люди там. Понятно. Ясно. В принципе, понятно, да? Аплодисменты. Лиза, значит, вчера вы говорили нам, что вы хотели какие-то получить новшества в какой-то своей деятельности, хотели получить бы лучший результат, хотели бы иметь более крепкую структуру, хотели бы, чтобы вас, к вам приходили более ответственные партнеры и чтобы вас дублицировали. Да. В рамках этого тренинга, в рамках двух этих дней, вы найдете, ну, то есть нашли какие-то для себя ответы на эти вопросы, когда цели? Я нашла ответы, знаете, вот именно, что во мне не хватало, вот за эти два дня я открыла то, что, понимаете, вот, что такое харизма, что такое мотивация. И дайте мне, во мне это было мало, слабо, что я не могу мотивировать свою структуру, чтобы они были покрепче и дублицировали меня. Во мне, видать, этого мало. Хотя я посещаю немного наши тренинги, наши мероприятия. И, видать, я не так убедительно могу объяснить и сказать своим консультантам действующим, чтобы они как бы регулярнее работали, чтобы они не выпадали у меня, чтобы как бы дублицировали меня. Вот я в этой игре как бы поняла вот ошибку, что во мне не хватает. Угу. Ясно. То есть получили ответы на свои вопросы? Да, получила ответ, что это нужно себе вырабатывать обучение, с помощью обучения этого дела. Харизму, мотивации, только самой себя тоже покрепче обучать, чтобы я более увереннее, смело могла человеку объяснить ситуацию, вести его за собой. Аплодисменты. Мария Дмитриевна, вы хотели получить мотивацию, хотели зажечь людей желанием, вот. Вам нужна была схема мероприятий, которые, ну, которые вы будете проводить. А есть какие-то, так скажем, что из этого вы, в общем-то, реализовали? Ответы на вопросы получили на свои, на свой запрос? И ответы, и понимание, что в принципе, вот здесь опять вернулась та энергия команды, да? Мы часто собирались, то есть для нас это не новое, но возврат к тому, что мы умели делать и умеем делать. Получили, каждый из нас получил свою мотивацию через то, что есть понятие этого бизнеса, ключевые вещи, регистрации, продажи. Это наши весла, мы об этом знаем. Сегодня каждый из нас для себя еще раз понял, что чтобы достичь серьезного результата, важно делать приоритетно вещи, которые приносят рост команды. Это рекрутирование, это работа с командой. И сейчас для нас важным моментом является на этой энергетике собраться всем лидерам и расписать конкретно те действия, которые мы с вами будем делать, перенимая опыт нашего вышестоящего спонсора по новой методике, которую они организовали в Кишиневе, распределить между нами вот эти активности, натренироваться к вот группкам, которые отвечают за активности, выполнение на 100% профессионально тех активностей, затем провести ротацию
для того, чтобы каждый из нас был специалистом и в той, и в той, и в той области, и подтягивать вот членов команды. То есть ядро здесь есть. Теперь вот будут идти волны, да? Концентрические волны. Круто. То есть это тот момент, который называется дублицированием. И если мы с вами поставим это на поток, то каждый из нас будет искать, не будет искать энергетику, она будет там, и успех каждого из нас будет заражать друг друга. Мы с вами знаем эту энергетику. Да. Вы помните, когда мы каждый каталог чествовали, 12%, 15%, у нас был 2009-2010 год, когда мы на каждом мероприятии каталога полный чествовали зал. менеджеров, новых. В нашей структуре за 2 года выросли 7 директорских структур здесь, на юге. И поэтому, ребята, я хочу вам сказать, что ничего не изменилось кругом. Надо, мы меняемся вот здесь, и все то, что здесь было, оно к нам будет притягиваться как к магниту. К нам или к кому, кто будет делать эти действия. Более того, я хочу сказать, что у нас есть та статистика, которую мы здесь с вами разбираем, то ли это не для Кишинева, это для нас, прошу. Значит, уровень, как сказать, пенетрации? Нет, как сказать? В общем, количество консультантов, приходящихся на одного жителя юга Молдовы, намного